Трое ранены, один в реанимации. Конфликт со стрельбой произошел в селе Алмак Казбековского района. 43-летний местный житель в ходе скандала выстрелил из травматического пистолета в трех мужчин 44, 27 и 28 лет. Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью полицейскими задержан. Пострадавшим оказывается помощь в Казбековской центральной районной больнице. Возбуждено уголовное дело.